Я приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Best Inside. Зверь внутри. Мужчина в маске. Я знаю, кто он такой. Понял, когда он снова пришел мне на помощь. Это мой отец. Когда детектив умер, он превратился в ледяного призрака, который меня чуть не убил. Холод пронзил мои руки и лицо, сосульки устремились к моему сердцу. Но отец, спрятанный под маской и цилиндром, вновь меня спас. Он появляется и исчезает, словно призрак. Значит, он мертв, как и все остальные? Как он умудряется защитить меня из могилы? Не понимаю. Почему не узнал его сразу? По одежде и цилиндру. Но он отравлял мое существование, пока был жив. Зачем он помогает мне сейчас? Чем больше я знаю, тем меньше понимаю. Так, что мы видим? Выползаем откуда-то опять. Какой-то бедовый у нас персонаж. Все время в неприятности попадает. Так, мы в какой-то пещере. Мужчина в маске. Это он, мой отец. Зачем он меня защищает? Что он пытается мне сказать? Так, выбраться из шахты надо. Ну, давайте для начала заправим керосинку. Посмотрим, что мы здесь имеем. Так. Куда нам идти? Так. Какого черта? Сгорит свет. Так, так. Идем к домику. А в этом домике живет гномики. Ну или гомики. Это уж смотря где вы находитесь. Но суть не в этом. Так. Это что-то. Здесь нет никакой шестеренки. Вот, смотрите, не зря зашел. Керосинка. Так. Свет горит. Так, никаких надписей нет. Ну что ж, давайте посмотрим, какой призрак нас ожидает здесь. Да. Выламывай. Так, почему ты не выламываешь? Так. Ну-ка, берем керосинку. А чем-то особым надо выламывать, что ли? Так. Еще раз. Не пролазим. Ломать руками, ногами он отказывается. Значит, где-то какой-то гвоздодер должен быть. Так. Давайте осмотримся. Ну, здесь это будет слишком очевидно. Если перед дверью будет ключ лежать. Поэтому он где-то здесь должен быть. Вот еще где-то вот. Так. О, у нас здесь лопата. Лопата. Лопату не берет. Молоток, цепь. Шестеренки. На крышу? Давайте на крышу посмотрим. На крышу тоже я ничего не вижу, чтобы кто-то было. Так. В этой шахте. Так, так, так. Угу. Очень странно, либо... Я что-то недопонимаю. Записка. Он заблудился в шахте и погиб, так и не встретившись с Марией. Если она живет на болоте, то можно до туда дойти. Это недалеко.
Здесь кто-то есть. Он прошел за мной в шахту. Надеюсь, я смогу от него скрыться. Эта шахта – настоящий лабиринт, в котором легко заблудиться. Как только выберусь, зайду к Марии. Она сказала, что живет в лачуге у реки, недалеко от болот. Сзади ничего нет. Так, что еще за тайна? Оно вылезло по ночам. Но что именно и где, я не понимаю. Что теперь? Это связано с пропавшим. Я обязан поговорить с этой женщиной, тем более детектив не смог записать ей показания прошлого. 10 лет. Надеюсь, она жива. Пойти к дому Марии через болото. Понятно. Так. Через болото. Болото — это такое поганое место, где кто-то живет. Так. Сейчас на нас, наверное, нападать будут. Давайте посмотрим. Кто на этот раз? Так, оружие. Нету. Так. Бежать, что ли, мне? Давайте. О, вот там. Призраки, демоны. И другие щади ада. А тут так-то светло, по идее. Сюда просто не заходить. Здесь смотреть. Там не на что. Просто если только какая-нибудь записка может здесь лежать. Итак. Будем надеяться, что это будет легкая прогулка по болоту. Либо очень быстрый бег. Плывем. Нет, это газ. Это газ. В воде что-то плавает. Вот я говорил уже, вот оно. Вот оно. Пусть плывет. Это животное отдельно, мы отдельно. Так. Керосинку заправим. Пойдем, где фонарик горит, или там, где темно. Куда нас больше манит? Так. Ну, значит, будем проходить по линейке. В прошлый раз мы какие-то записки не нашли. Так, бежим, бежим, бежим. Так. Он был нечестив, с душой черней ночи я видела и молилась тебе, Господи, о прощении и избавлении. Ну, а я-то тут при чем? Опять я слышу голос того, кого нет. Это наверняка та женщина, которая писала детективу. Мария. Так. Так, не спешим. Как хорошо, когда за нами никто не гонится. Почему-то странно это опять же. Так. Так, так. Очень странно. Тут никого. Ничего нету. Почему? Что случилось с населением? Где все болотные твари? Голоса есть? Призрака нет. Вот, вот он. Вот. Кажется, в воде что-то есть, что-то большое. Лучше держаться подальше. Так, кажется, в воде что-то. А, смотрите, а мне придется все равно потуда идти. Так, спокойно. Я успел. Ага. Так, мне туда. И на ускорение. Бежим, 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 бежим. Что тут? Грибы, поганки, ага. Так, а я, кстати, правильно хоть бегу-то? Ага. Так. Куда ты бежишь? А я вот сюда. Вот сюда бегу. Здесь я успею. Ой.
Успел, успел, успел. Ну, что-то... Так. Ага. И нужно отвлечь внимание. Так. А во что нам кинуть? Или просто кинуть? Откуда бежать? Вот вопрос. Вопросов-то. Вот так. Вот она. Давай, 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 давай. Беги, Калич. Ты успеешь. Ты сможешь. Давай, давай. Опа, опа. Сумел. Сумел. Так. Сейчас. Давайте подзаправим керосинку. Так. Рыба фиш. Так. И вон туда. Давай. Откуда? Давай, давай. Давай, давай, давай. Вот так. Не показали. Так что ничего нам новенького не показали. Но за... Так, мне не поверили даже священник, сказал, что я вру, когда называл старой Хайдой, сквалыгой и душегубкой. Он проклял меня и выгнал из прихода. Господи, тебе известно, что я честно, что старик дал мне ни гроша, когда мой муж погиб в шахте. Господи, прокляни уже этого старого мерзавца и всю его семью навеки прокляни. Я понять не могу, еще попасть не могу, все трясется, что такого каша с бадула. Так. Ну, замаливать грехи тоже надо. Так. Ладно, дорога пока одна. И мы по ней пока идем. Кто еще в болоте живет, кроме бог знает кого. Так. Где ведьма? Ты должна уж появиться. Вот. Уже... Звуки неприятные. И кости, грибы. Что это? Споры. Ты не дыши так. Не надо. Такое чувство, что ты устал. Кто-то где-то что-то прошмыгнул. Возможно. Но мы не будем обращать на это внимание. Так. А мы смотрим. Мы видим. Ага. Это если бы мы упали. Мы не упали. Аккуратненько. Осторожненько. Так. А иначе все заново придется. Вот так. Получилось с первого раза пройти. Не упал. Так что? Так что в телеге? Есть кто-нибудь? Вы кого-нибудь видите? Нет, я никого не вижу. Заправим керосинку. И пойдем. Ну. Так. Меня никто не встречает. Вот что они за недружелюбие такое. Я к ним со всей душой, а они... Эх. Что в телеге? Ну, мне надо туда. Обходными путями. Вот опять. Опять в один. Почему? Показали бы хоть что-то меня там клюет-то так. Давай. Вот так. Насколько быстро ты, тварь, перемещаешься? Хотя ко мне не напасешься. Еще ко мне-то так много, как будто у тебя 10 попыток там бегать.
керосиночка. Вот, вот с вершины-то хорошо видно. Все видать. Так, нам на крышу не надо. Прыгаем сюда. Потом туда бежим. Ну давай, я уж прям чувствую, что-то тварь тут где-то. Давай, беги. Ты должен успеть. Успел. Я успел. Да тихо ты. Вот так. А, это предусмотрено. По-любому успеете. Так что можете сильно-то не торопиться. Так. Берем камень. И кидаем вон туда. Так, а сами бежим. Вон туда. Бежим, 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 бежим. Трясем, 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 трясем. Вот так. Успели. 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 Тварь. Почти убили. Ну ничего. Мы больше испугались. Ох ты, скотина-то какая. Поглядите на нее. Так. Идем, идем. Что мы видим? Доски. Так, вторая. Это главное в разные стороны их тянуть-то надо. Так. И вот мы пришли сюда. Ага. Ага. Поднимаем, понял. Так. Вот. Понятно, еще надо успеть, значит. А, время. Так, извини, у него у меня нет на тебя времени. А, вот и она. Вот мы ее и увидели. Какая прелесть. Видели, кто на нас охотится. Такая красотка. На свидание можно сводить. Всем по глава 10. Да. Мужчина в маске. Да, у меня такое подозрение, что точно знаю, кто это мужчина. И нет, учитывая то, что в главе 9 было, скорее всего, у него раздвоение личности нашего героя. И то, что он видит, это он сам. Чем-то напоминает фильм про Ди Каприо, если я не ошибаюсь. Так. Ну, неплохо. Так. Камня-то никакого нету. Так. Да пошел ты в жопу. Пройти не дает. Вишь, мать-то, это почему так-то? Вроде как-то ее, блин, перепрыгну, что ли. Появляется сюда словно призрак. Так. Я бы по этим ящикам, конечно, проскочил, но нет, надо по воде. По воде. Так, обошел. Вторая. Третья, не туда. Блин. Да уйди ты.
Где это воротило? Куда тут идти? Как до тебя добраться? Да ешь твою мать. Кстати, я тут обнаружил камни. Поэтому... Вот. Если не ошибаюсь, вот так, наверное, правильно делать. Застрял то самый неподходящий момент. Тихо. Вот. Нет, я успею. Вот так вот. Блин, эти камни не видно было. Столько попыток. Все из-за того, что камушки не увидел. Так. Ой. Так. Ну затем мы зашли сюда. Но я сомневаюсь, что нам прям сюда надо. Из окна нам не выбраться. Так. Поэтому. Вот. Вот покуда нам надо. А внизу смотрите, сколько этих тварей. Да. И они все нас ждут. На ужин. На свой. Вот так. Блин. Тут уже на внимательность начинается. Опа. Так. Аккуратненько, осторожненько. Опа. Так, почему так-то? Куда? Походу дело было, надо завтра забираться. У меня почему-то такое предчувствие. Так. Понятно. Это на ловкость. И никакого мошенства. То есть ловкость, ног. Так. Там и где? А это мы здесь. Давайте возьмем керосинку наверху тогда, раз уж мы все равно здесь. Так. Аккуратненько, осторожненько. Так, главное не спешить. Ага. Так, а если эти штуки из воды могут выпрыгивать? Мы пока вроде замечены не были в этом хулиганстве. Но тем не менее задуматься над этим надо. Так. Если я прыгаю, эта штука падает, то мне надо направо, вон туда. Ой, направо, налево. Итак. Давай, запрыгивай, тварь. Давай, хотя бы так. Давай. О, калич. Ух. А. Ну или так можно было. Так, нашел лампа топорщится. Ага, на лужу наступили, то... Шипит уже скотина. Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь в домике. А в домике у нас гномики. Никто на болотах не хочет жить. Один я только как дурак. Ага. Как дурачок только. Хожу туда-сюда. Посмотрим. Это как приглашение звучит ко мне. Прямо таки. Иди по коридору. Здесь темно и страшно. Так, взяли ручку. Так. Значит, ручка у нас есть. Ага.
Обратно. И там выбраться. Игра не предусматривает это. Так. Ой-ой-ой. Вот так она предусматривает. Так. Ой-ой, напрыгаюсь как козлик. Так, так. Ой. Ой. Давай, лезь. О, ну что ж, мы справились с этим. А зачем нам сюда? Нам сюда не надо теперь. Так, и что мы видим? Ой-ой-ой, ох ты. Так, а мы оттуда пришли. Теперь мы найти рукоять и опустить мост. А мы нашли рукоять. Да? Вот такие мы с вами молодцы. Сейчас мы опустим мост, и к нам кто-нибудь придет на выручку. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот так. Ой, так еще хорошо, что побежал. Пройти через болото к дому Марии. Новая цель. Подожди, так у нас вроде она и первоначально вообще была. Пройти по болоту к дому Марии. Так, вот где будет дом Марии еще знать? Давайте. Для начала сюда. Чтобы посмотреть, что здесь. Так, если мы туда спустимся, то мы больше не поднимемся. А вот там, может быть, еще и поднимемся. Ну-ка. Так, мост. Мост поднят. Понятно, поэтому это конечная станция. Здесь. Понятненько. Или мы оттуда... Ну ладно. Куда дорога ведет, туда пока и пойдем. Так. А, сейчас опять начнется. На лужу не наступи. Вот она. Так. И что, это дом, что ли? Это башня непонятная. Давай. И... Ух ты! Это что за жульство-то такое? Что за мошенство? Это нечестно. Так. Так, так, так. Ой-ой-ой. Так. На скорость. На скорость. Надо было наверх. Надо было наверх, наверное. Как один из вариантов. Давай. Вот так. Мы успели. Пока успеваем. Ой. Так, не обращаем внимания. Не обращаем. Бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Где? О. Так тоже можно. Так. Куда нам надо? Так. Стоп, стоп, стоп. Так. У меня почему-то такое ощущение, что я пока что делаю все правильно. Так, если мы туда зайдем. Куда мы прыгать должны? Так. Вот сюда, наверное. Ну да. Так. Спокойно. Спокойно. Не нервничаем. Бежим, бежим. Давай, Калич. Тебе, господи, запасные ноги, что ли, приделать? Вот так. Все. Прямая. Прямая.
Тебя уже ничто не остановит. Давай. И есть. Вот так. Ух. Выбрались. Заправим керосиночку. Раз, два. Вот. А нам совсем не страшно было. Да. Просто накакали там в воде. Она за нами не поплыла, побрезгивала. Да мы от страха еще и не такое можем. Итак. Так. Ну, не пройти. Не хотят царя пускать. Чудный остров. Обещать. Так. На всякий случай. Прыгнем. Так. Здесь. Чего? Тут. Ничего. Вот так. Опять грибы. Пианино. Кто-то играет здесь. Баха, Моцарта, Шуберта. Или что? Сейчас мы тоже что-нибудь сыграем. Итак, так, так. Пока наверх. О, Эмма. Надеюсь, это ты. Любовь моя. Нет, это не ты. Ну и хрен на тебя. У меня одна любовь. Это Сало. Так что? Да, то самое Сало, на которое кошка нассала. Так. Вот сюда, потом туда. И опаньки, опаньки, попатушеньки. Не успела прийти? Ну и ладушки. Там вода. Куда то не надо. Господи. Есть эффект. Мурашки прошлись. Правда, игра настолько уже стала привычной, что мурашки тоже уже начинают спадать. Страха натерпелся за, пока играю в эту игру. Уйму. Поэтому уже более-менее как-то, так скажем, готов к неожиданным поворотам сюжета. Вот. Единственное, что, да, тот, кто тут игру делал, может вас удивить. Думаешь, все, дальше некуда. А нет, снова удивляет. Так что мне нравится такой поворот сюжета. Так. И давай. Хайди меня так просто не отпустят. Они угрожают мне, потому что я слишком много знаю. Господи, что мне делать? Сегодня придет детектив. Сердцем чую, он достойный человек. Но молю Господа, убереги меня от дьявола, что брой по лесу. Я знаю, кто он. Я видел его без маски. О, без маски. Какая прелесть. И что же там видела? Меня или батю? Вот. Пока смотрел обзор на эту игру, 4 оконцовки было. Я, правда, ну, как рассказано было, я ни одну из них не посмотрел специально. Хотел для себя сюрприз сделать. Хочу посмотреть, какой оконцовки выйду я, принимая то или иное решение. И вот, я так думаю, скорее всего, в последней главе, наверное, будет решаться, какая оконцовка. Ее можно переигрывать и смотреть все оконцовки. Либо с предпоследней главы все это будет. Ух ты, кто-то приколотил сюда собаку Марии, чтобы ее припугнуть. Надеюсь, сама она жива. Надейся. Я бы на твоем месте вообще бы отсюда бежал бы. Кто на болоте живет, кроме Шрека? А, кстати, мультик Фунтик там жил, бегемот по имени Шоколад. Плачет. Слышь, мать, вот я сейчас боюсь, реально боюсь. Думаю, сейчас повернешься, а она тебе как... Твою ж мать. Ой, боюсь. Реально боюсь. Надо подальше от экрана. Закрыть глаза. И... Давай,
Блин. Давай, где ты? Давай. Я жду. Нападай. Ты как босс будешь или как кто? Ох. Господи, сейчас ты мне дашь просраться. От твоего поиска у меня уже мурашки попозже. Так. Могилу читать, наверное, придется. Однажды... Так. Однажды я уже читал могилу. Так. Так, так, так. Кто у нас здесь? Я слышал, ты ревела. Нет, это свеча. Свечи нам не нужны. Ты ревела? Нет. Давай. Ну, давай быстрее, гаркни там. Чтобы моя душа успокоилась, а то я в поисках тут уже весь изнервничался. Смотри. Так. Я предлагал тебе появиться. Так, ну вот дом твой есть. Так. Рядом с домом что? Так, так, так. Может, оттуда мы начинали? Ладно. Дом Агаты. Твою мать. Да если даже маньяк сюда забредет, он не захочет к тебе в гости заходить. Ты свой дом-то видела? Там даже может никого не быть, одного вида только хватает, чтобы ужаснуться. Бомжи бы в стороны обходили. Так. Ну ладно, как бы то ни было. Девочки и мальчики. Заходим. Все-таки нас сюда приглашали, и путь нам сюда заказан. Так, где этот детектив? Черт носит. Он написал, что придет. Здесь давно никто не живет. А женщина заявляла, что знает темный секрет моей семьи, но я без понятия, о чем она говорила. Может, в ее доме остались какие-нибудь записи, документы, да хоть что-нибудь. Теперь я не знаю, что думать. Мой дед, правда, как-то навредил Марии, поэтому она так и не любила нашу семью. И ведь она сказала, что выложит всю правду, но при этом не упомянула никаких серьезных улик. Она, правда, видела, как мой отец кого-то убил, или была готова на ложь, только бы отомстить ему. Я столько не знаю. Ха, недолго Хайда осталось. Они пожалеют, что зажилили несчастную пару баксов, когда мой непутевый муженек двинул пони. И я же не просила о многом. Я простая и скромная женщина, я ни гроша не увидела, хотя их семейка мне ой как должна. Еще с тех пор, как тот старый хрыч отец Джейкоба меня так ударил, что довел до выкидыша. Сегодня здесь будет тот детектив, и я все ему выложу. Он и сам чувствует, что это гнилые люди, и теперь еще и сможет это доказать. Спасибо, Господи. Понятно. То есть из-за выкидыша, когда дед ударил ее, она теперь будет мстить, потому что ей денег не дали. Его не дали. По шее бы не дали, все. Так. Ну, заходим. Дверь пошире, будьте добры. За спиной не стоим. Так, ой. Господи, тут еще идти. Так. Я. Ты, как ты смеешь сюда являться? Убирайся. Именно Христовым изыди дьявола. Давай. Я как понимаю, мне бежать надо. Так. Господи. А, так нечестно. Это нечестно. Я не успел среагировать. Ну, согласитесь, красотка. Вот тени на глаза еще наложить, и ну, будет. Дамочка в соку. Как там? 405. Баба-ягодка опять.
Из изюминки, виноградинку, ага, сейчас. Дом древний, она древняя. Чего же своими ручищками ко мне? Ничего, сейчас мы. Теперь мы знаем, теперь мы готовы. Единственное, что... Я так понимаю, по дому мне опять ползать надо будет. Страхи. How dare you come here? Go away in the name of Christ. Ну давай, давай, давай. Не беги за мной только, не беги. Ты же можешь и пешком передвигаться. Почему сразу бежишь? Вот так. Найти все записи Марии. Так. Прежде чем уходить, надо поискать какие-нибудь записи. Мой отец не только не выплатил компенсацию, но еще и натравил на эту бедную женщину Нортона. Неудивительно, что она окружила... Так что нас окружали враги, а не друзья и соседи. Даже пары пенни не дал жадный упырь. Еще и напустил этого судью. Я, понимаешь ли, жалею, желаю, коли буду их донимать. Ну и чего мне делать? Этот старый алкаш, не упокой Господь его душу, отказался от компенсации в контракте. За пару бутылок уже я-то знаю. Но пугать не смейте. Я сказала этому судьишке, что я все знаю. Но тот взрыв был убийством. Хайды всегда что-нибудь замышляют. Никогда не забуду, что мне сделал папаша Джейкоба. А теперь вижу, что сынишка еще в 100 раз хуже. Пусть себе смеется, я им этого не спущу. Не спущу. Сынишка-то это я. Значит, я тоже такое говно, да? Так, ладно. Я надеюсь, не надо мне тут ползать. Просто тебе не избежать наказания, Господи. Твои грехи будут... Вон она, внизу. Ну-ка. Так. Мне бегать, прятаться надо. Где ты? Я слышу твои шаги. Ну давай. Я хочу узнать твой маршрут. Давай, ты где? О, внизу? Давай. Блин. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Так. Она что-то жужжит. Так. Надеюсь, доски выдержат. Так. Так. Я боюсь, что она... поднимется какими-то тут полдом. Так, вон она. А ты же знаешь, что я здесь. Ой, так, то что? Спички. Так, так, так. Идем. Так. Так, так, так. Все записки надо найти. Что у нас здесь есть? Так. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Вон она ты. Вон она. Так. Точно ничего нет? Потому что возвращаться сюда потом, если мне придется бежать. Так, так, так. Пока не поднимайся ко мне. Не надо. Ой. Так.
А, неродившийся ребенок здесь был. А это который выкидыш. Так. У моего отца был еще один сын. Это какой-то бред. Думаю, я бы заметил, что мой брат живет в одном доме со мной. Может быть, старушка и правда свихнулась. Не могу уследить за ходом ее мыслей. Секрет Хайда. Зверь, который куда-то утаскивает людей. Запертый ребенок. О каком звере она говорит? Старая карга совсем сошла с ума. Или в этом лесу действительно что-то скрывается? А звери внутри. Кстати, игра называется. Так что... Так, мистеру Уолтеру Гилману. Уважаемый господин, я видела ваше объявление о зачеркнутом расследовании поиске пропавшего без вести Джона Нортона. Может быть, я и простая крестьянка, но Богом клянусь, знаю, кто в ответе за его исчезновение и за взрыв на шахте, в котором погиб мой муж. Я рассказала все шерифу, но он только посмеялся и сказал, что я спятила от горя. Я расскажу вам все, но только лично в моем доме, потому что это единственное место, где мне, зачеркнуто, безопасно, спокойно. Когда вы узнаете тайну Хайдов, все переменится. Они хорошо все скрывают, но я сама видела. Я видела, что вылезла по ночам из их подвала существо, покрытое кровью жертв, дикое, совсем не похожее на человека. Наверняка это выродок старого Хайда. В этой семье всегда жило чудовище, но теперь оно выбралось наружу. Я знаю, куда оно утащило своих жертв. Оно забрало их туда. Вы должны прийти и выслушать меня, пока не стало слишком поздно. Идите вдоль реки, которая сразу за шахтой. Мой дом рядом с болотом. Искренне ваша Мария Хайс. Вот теперь мне нужно переписать письмо и отдать ему, зачеркнуто, да поможет ему Господь. И когда он придет, я расскажу про секрет Хайдов, я расскажу ему, зачеркнуто, о вранье, что у старого сукина сына есть еще один сын, которого никто не знает, потому что второй ребенок всегда был заперт. Он носит, зачеркнуто, цилиндр и маску. Как он может носить цилиндр и маску, если это был я? А теперь я понимаю, к чему клонит старая карга. Так. Так, что здесь? Боль, больше ничего нету. Так. Ну, раз она сюда пока не может зайти, я думаю, нападение не сможет зайти. Так. Через шкаф я перелезть не могу. Вон она. Чем-то похоже на пиратов Карибского моря. Также все раздувается и развивается. Так, это что? Керосинка. Так, это что? Так. Четки порванные. Так, кто-то пытался задушить ей четками. Господи. Так. Так. И куда мы идем? Куда-то мы идем. Что мы видим? Так, а там вот куда прыгнуть хотели. Так. Черт, дверь заперта, я не могу взломать замок, а ключ Марии всегда хранит при себе. Может, я смогу его украсть, если буду осторожен? Ни хрена себе, вы меня на подбит толкаете. Так. Ну-ка. Я и подумать не мог, что отец не станет выплачивать компенсации после этого несчастного случая. В шахте добывали не золото, и мы не ворочали миллионами. Но мне кажется, помочь всем пострадавшим мы все же могли. Черт бы побрал этих Хайдов, семья подлецов. Матери Божия, Дева Мария, только ты можешь меня понять. Я хочу быть хорошим человеком, всегда хотела, но не желать зла этим сукиным детям. Выше моих сил. Я не буду подставлять им другую щеку, когда случился взрыв и моего
пьянчугу завалила камнями, я просила лишь маленькой компенсации, что я получила взамен. Злобная старушка. Так, последняя записка, пора уходить. Украсть ключ у Марии. Здесь ужасно. Произошло что-то ужасное, я это чувствую. Эта женщина давно умерла, и она успокоится, пока не убьет меня. Так, нужно поскорее отсюда выбраться. Так. Мне надо сейчас тише быть, чтобы она не запалила, то хрен его знает. Так, это взять. Так, отмычки. Вот. Итак, сейчас мы будем стараться украсть. Сначала узнаем, как у нее маршрут построен. Она к нам вообще подходит, нет? Где-то же она ходит. Вот. Так. Она ходит кругами или нет? Но то, что мы в присядку шума меньше создаем, это факт. Так. Господи. Чуть нас не запалило. Так. Как понимаю, она обратно должна пойти. Так. Или что? Ну давай, напади на нас. Или как? Будем. А где ты? С хрена ли ты орешь-то? А, ты меня где-то увидела. Господи, я играю ночью, мне очень страшно. Еще надо дверь найти, какую там открыть. Где ее искать? Надо все это делать приседя. Полный рост не надо. Так. И... Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Давай. Вот она прошла. Так. Насколько я помню, вот здесь вот она меня чуть не спалила. Давай. Давай, давай. Господи. Надо было сюда поди. Так. Вот здесь вот можно. Она стоит. Так. Так. Так пока просто возьми. Так. Бабуля, ты ушла уже? Я буду очень надеяться, что ты ушла. И очень быстро ушла. Так. Так. Я иду. Ты меня только не пугай.
Так, я как понимаю, где-то выход. Так. Так, так, так. Ну-ка, пошла от меня. Ёж твою мать-то. Блин, вот же любопытный нахрен. Надо было обождать всего лишь. Надо было всего лишь немножко обождать. Так, ну что ж. Блин, какие крепкие у нее объятия. Так что. Так. Ты думал, я не узнаю. Так. Где ты? Вот так. Вот так. Мы уже знаем, как у тебя ключ красть. Ну, вот здесь вот подождем. Ничего страшного. Так что... Давай. Давай, давай. Еще ворчит, смотрите, как старая бабка, реально. Реально старая бабка. Давай. Долго будешь стоять? Так. Вот сейчас за шкафом, вот здесь вот переждем. Вот здесь. Давай. Отсюда свалить подальше. Давай, давай. Вот так. Так. Мы закрыли на всякий случай. Мало ли. Вдруг она умеет открывать их. Так. Вот так. Вот так. На второй этаж она вроде как не поднимается. Так. Куда нам? Так. Нам сюда. Так. Аккуратней. Понял. А я что, их первый раз пропустил, что ли? Понять не могу. Так. Ну-ка. Закроем. Что мы здесь ищем? Тут не безопасно, мне нужно выбираться из этого проклятого болота. Так. Так. Е. Похоже, она пыталась защититься этим крестом, но он ей не помог. Так, я боюсь, а вдруг эта тетка сюда может зайти? Я сейчас открою эту дверь, а там кто стоит за этой дверью? И? Так, нет, мы будем смотреть. Давай, бабка. Души, что ты видела? Говори. Что ты видела, тварь такая? Ломай их шею. Нет, не ломай. Кто убил тех людей? Кто взорвал шахту? Что за секрет хранит моя семья? Говори. Как я вообще могу душить призраков? Это абсурд. Это был не старик Хайд. Детектив ошибался. Это он убийца. Он сам дьявол. Вспомнил, какой фильм напоминает. Напоминает фильм «Ты появляешься везде, где происходит трагедия и кровопролитие». Стоять! Слышь меня, стоять! Как же этот фильм-то называется? «Бойцовский клуб». Кто ты, ради всего святого? Так. Если это сделал не мой отец, то кто? Зачем?
Why did he kidnap him? Что связано с моей семьей? What does it have to do with me and my family? Ага. Ну давай. Так, если мне еще сейчас надо будет на этой дырявой, блин, придется, да, на этой дырявой лодке гребсти. Ну давай, вперед, вниз, там сейчас водопад поди какой-нибудь. Так, как гребсти? Он сам надеюсь будет гребсти. Вот. Красавчик, давай. Давай. Догоняй. Отрабатывай. А то я тебя кормлю, пою. Итак, закончилась глава 10. Ну что ж, мы прошли болото. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока.